Привет, короче, замахнулась я теперь еще и на Францию. Вот сейчас сделала два видео, так что кто не смотрел, посмотрите. Это я в Провансе нахожусь. Место называется Ля Кастелет. Рядом с нами есть Ля Кади д'Азюр. То есть мы недалеко от моря, но уже как бы все равно на холмах тут. В общем, Прованс. Прованс, настоящий Прованс, это была моя мечта. Вот, во Франции я обожала больше всего Прованс. Короче, тут. Значит, гостиницу, да, в которой мы тут алоджарились, ночевали. Вот посмотрите, какой, да, посмотрите, какой типа стол. Видите, дерево, да, тут, посмотрите, идет по нему, по стене. Я не знаю, что это, вот так вот такой, мол, такая красота, что ли, да? Вот, и здесь сейчас свет, конечно, но бесподобный, я не могу. Нам нужно ехать работать, но я не могу не поснимать вам, потому что тут все наше, видите? Как будто бы мы тут в горах находимся, в Альдаосте, блин. Но тут все наше. Сейчас в первую очередь я вам покажу. Посмотрите, типа ванна такая, да? Посмотрите, как соединено все. Посмотрите. Просто мало времени. Я сейчас, конечно, буду торопиться. Это не очень хорошо, но хотя бы я засниму. Вот, посмотрите, да, вот эти две ванны, вот что, да, вот для чего бы они, да, вот еще и с вымощенностью. Видите, везде стены, да? Слушайте, ну воздух просто, как будто здесь весна, блин. А я в шубке такая. Смотрите, какое небо. До этого было утром было уже такое чувство, что вообще сегодня дождь будет. Вот сейчас я вам покажу вот этот колодец. Сейчас утром видно хорошо. А стулья-то какие. Ой-ой-ой. Ой, посмотрите, вот идешь до. Это уже метров. А, это я тут. Метров 10 до воды. Да, вот посмотрите. Метров 10 до воды, а 100% он идет, ой-ой-ой. Ну, скорее всего, куда-то в море уходит. Вот наша жировая паутинка тут присутствует. Где она тут? Вот, покажу. Вот она, вот она. Вот, обратите внимание, какая кладка, все круглое, да? То есть, когда должно быть круглое быть, и камень у нас тоже все круглый, все закруглен, и все лежит. Когда я вам говорю, все лежит как ей надо. Вот эти котиковые тут. Ой, хорошенькие, я его уже сыриком покормила. Вы посмотрите, как вот это вот цементное, это жижевое, цемент жижевый. Видите, корка сверху. Как видно все, вот здесь тоже, посмотрите. Цемент не наш, не человеческий, а жижевый. И суперинтеллектовский, скажем так. А то люди не понимают, думают, жижа и суперинтеллект это не то, что разные вещи. Это не то, что это вообще, ну как бы, наоборот, одно и то же. Но это немножко разные вещи. Суперинтеллект – это полностью вся система. А жижа – это она же, но она делает, посылает всякие разные вот эти вот. Жижа – это как бы масса переходная. То есть это может быть… Жижа я называю то, что вот бесформенная, можно сказать. Либо мягкая, либо бесформенная. Что-то типа массы. Вот. Вот туф, вот это вот я жижей называю. Но суперинтеллект это как бы все сверху над этим. То есть это как бы, грубо говоря, бог, да, такой, бог создания чего-то. Но я не того бога имею в виду, который в религиях. Это что-то не вообще не имеет общего вообще с человеком, и с животным, ничего. Это что-то такое. И даже я, потому что компьютер это тоже, понимаете, нашим мозгом, вот человеческим, вот я вам покажу виды, нашим мозгом человеческим не понять даже вот это, поэтому я не могу объяснить вам, что это такое суперинтеллект, потому что нам не дано понимать, почему, потому что она нас создала, понимаете, она нас создала так, вот как мы есть, и мы не можем рассуждать дальше, чем наши возможности, так, грубо говоря, технически, понимаете, вот. Слушайте, надо цветок надо сфотографировать тоже. Какой-то веки в Провансе побывали, блин. Фиг знает, что может быть. Но с удивлением до фара или фото, прикинь, вот выдвигайте котика. Но. Сейчас до стола, куй, но. А пойка, я хочу видео, утро видео и. Però vai là, vai là, più veloce che mi lasci tranquilla, più veloce io faccio. Dai, perché non c'è senso. Massimo 10 minuti io faccio questo video.
Вот наше дерево это вьющееся, видите, начинает уже. Если хочешь, я поеду. Нет уж, дорогой, вот этого котика мы с ним подружились. Вот, я его уже по кормюшке сыриковым. Ну, кстати, что-то вот забыла, на завтраке все было. И колбаски, я забыла ему колбаску принести. Но я что-то подумала, что его кормят хорошо. Вот, так он у меня сыр, какой-то вот сыр. Я, кстати, отрезала, чтобы попробовать. И он съел вот этот сыр, представьте. Посмотрите, какая здесь красота. Такой этот... как будто сцена из фильма «Парадиза Пердуто». Это там, где Этан Хоук играет и Гвинет Пэлтроу, «Потерянный рай». Там таки, такой же, там бабушка с таким же парком, типа богатая какая-то тетенька, у нее такой заброшенный парк. Вот. Также здесь, видите, коммуникация. Сейчас покажу вам. Вот, пожалуйста, там, видите, работают. То есть тут какой-то вообще огромный у нее... что, огород или не знаю. Она сама такая старенькая тетенькая, как обычно, знаете, француженки. Старенькая, еле-еле там на костылях. Вот пристройка, пожалуйста. Но с прической. Очень-очень такая, знаете, вот такая прям француженка натуральная. Вот, посмотрите, да, посмотрите здесь. Типа наша коммуникация с таким кольцом, да, вообще. И вот везде, кстати. Чтобы вот... открывать, вот прям такие кольца, вот, да, надо было бы. А причем больше здесь ничего нету, да? Как обычно, он восьмиугольный. Вот такие штуки там. Балки эти. Так, ну ладно, он, видите, драконы, пожалуйста. Вот точно такой же дракон, который в Милане. Вот, пожалуйста, когда говорят, что это чисто дракон Милана, вот, пожалуйста, дракон во Провансе, во Франции, да? Слышите, наверное, звук, вы там это, вот коммуникация там в этом бассейне, фонтанчике. Слышите, наверное, это звук там машин, куда мы сейчас поедем. Так, ну в основном здесь все природа, вот. Здесь, конечно, вот мы вчера ходили есть, вот в этот Ля-Кади, вот там вот, где, вот видите вы, церковь, там... просто бесподобно для нашего, для снятия. Там просто невероятные стены. Ну, все в нашем стиле, но очень-очень круто, конечно. Но у нас нет времени снимать, надо работать. Приехали работать. Вот. Так уж быстренько, что смогла, тут вам сниму. Место, конечно, даже ночью было видно. Ну, вечером приехали, потому что очень долго искали, что вообще шикарно. Какие красивые эти. Здесь, наверное, проводят всякие еще и, наверное, и свадьбы. Вот. Вот опять этот, да, смотрите. Типа как будто рояль. Коммуникация. Такой типа шкаф, да, с этими с деревьями сзади. Типа украшено, да. Вот такие пирожки. Ладно, наверное, походу я сейчас еще поснимаю. Пока едем, и там на Черкуте тоже, посмотрите. Ну так, иногда красоту тоже надо. Прованс. Это даже все-таки, даже можно сказать, для меня, во всяком случае, покруче, чем Италия. Хотя я себя здесь в гостях чувствую, а вот в Италии дома. Так. Оливы тут. Ну ладно, все. Я, вы сами знаете, я все равно люблю по делу все говорить. В общем, показала тут красоту. Сено тут, посмотрите, диван сено, да? Все, ребятушки, увидимся попозже, если я смогу снимать. Пока-пока.